Целыми днями в таких местах просто так время проводить невозможно. Я как понял, здесь тоже кто-то раньше жил. Это был сын чемпиона Дагестана Тайсона, Каплан. Каплан. Ну, Каплана сейчас нету. Его, короче, продали. Каплан уехал. Вниз или наверх? Где продали его, говорят, собак не оставляет он. Вон так, да? Даже. Здесь, я как понял, человек и ульями занимается. Кругом цветы. Я думаю, что меда тоже достаточно. А этот вот отец твоего, который лает на нас. Тайсон. Отец Тайсона, да. На людей чуть-чуть агрессивная, да, я как понял. Мы от него, короче, Тайсона брата тоже Дербент продавали. Ага. Человек, у него 30 гектаров, что ли, с чем-то, короче, яблок есть, говорю, он. А, там на Хане, да? Я имя, правда, забыл этого человека. Там тоже есть сын от него. Ага. Ну, он, как говорил этот человек, он, у него чемпион был Дизель. Я особо не запомнил. Ну, он, короче, низкий, такой упитанный. Широкий, да? Да. Низкий, широкий. Это мы сейчас про человека низкий, широкий. Не про собаку, друзья. Вот и мы подходим к очередной даме в питомнике. Вот такая красавица. Ай ты красавица. Друзья, вот смотрите на нее. Тоже светлая сука. С очень интересной головой. Вот именно такую голову. Клин. Клин. С очень медленным переходом. Таких сук очень редко встретишь. У них голова как у гиены. Вот сейчас я свою. Она тоже здоровая была, как та. Она сейчас тоже очень костистая, мощная. Ну, ты посмотри на ее длину. Ну, щенков она родила, понятное дело, что она должна похудеть. Хорошая мать, которая кормит своих щенков, должна похудеть. Она очень мощная сука. Очень длинная. С очень интересной головой. Вот именно такая форма головы мне нравится. Она чья дочь получается? Той верхней горы, первой сука. Да, ну, ее дочь. Это я для подписчиков напоминаю еще раз. А, и сестра тоже там ее. И сестра там. Ну, они не однопометные сестра? Однопометные. Однопометные? Да, да, да. Так получается, эта родила, та не родила, да? Да, да, да. Поэтому она такая упитанная, а эта так похудевшая. Да, да. Но здесь голова более интереснее, чем у нее. Жарко ей, несмотря на то, что сегодня погода не жаркая, но тем не менее для собаки это жарко. А ну-ка, можешь ее позвать, чтобы она подвигалась? Лентяйка сидит на одном месте. А! Она очень длинная, очень такая костистая сука. Вот многие суки, когда вот видят своих хозяев, вот начинают пригинаться, показывать подчинение. И вот поэтому они кажутся всегда маленькими. А на самом деле сука достаточно крупная. Друзья, для вас еще сюрприз. Вот он. Посмотрите на этих прекрасных щенков, которые живут максимально близко к диким условиям. 5 великолепных щенков, которые вот 3 светлых, они более-менее, да, похожи друг на друга. А этот вообще с черной мордой. Посмотрите, какой красавец. А кто здесь мальчик, кто девочка? Вот этот светлый, который вот который сейчас звук издает. А? Этот мальчик и тот тоже. Два мальчика. И вот эти трое и девочки. 3 девочки.
Ай ты красавицы. Ай ты. Вот девочка какая, смотри какая. 20 месяца будет. 20 месяца будет, да? Получается, вот это такая, да, чуть-чуть грубошерстная будет. Ой, ты какой красавец, посмотрите на него. Если желающие будут, они будут продаваться? Будут. Друзья, если кто-то будет желание иметь, можете написать под видео. А там, если что, я вас уже напрямую свяжу с хозяином. Вот это тебе подарок. О, смотрите, друзья, какой шикарный подарок мне сделали. Вот, посмотрите, какая широкая, какая костистая девочка. Я думаю, что она будет украшением моего двора. Ой, ты красавица. Ой, ты красавица. Друзья, подписывайтесь на канал Волкодавы 05. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, советуйте, советуйтесь. У многих есть мой личный номер. Пишите, задавайте вопросы, спрашивайте. Еще раз номер оставлю я внизу под описанием. К сожалению, это видео выйдет только через несколько дней. YouTube мне сделал предупреждение за нарушение контента. Но через пару дней это видео будет уже на канале. Напомню вам, сегодня 15 сентября 2020 года. Щенкам, этим красавчикам, месяц когда? 20-го, да? Отец является Тайсоном, который мой. Будет, да? Будет 20 августа родились. 20 августа родились, 20 числа им будет ровно месяц. Вот такие прекрасные щенки. На самом деле от них даже отрываться не хочется. Все хочется снимать их, снимать. Вот какие мишки, какие интересные они. Одна краше другого. Молодцы, молодцы. Друзья, всем добра, удачи вам.